Среди прочих подарков, которые я получал от верующих друзей, мне часто дарят церковные свечи. Вот подруга съездила в Иерусалим, привезла пук восковых свечей из храма гроба Господня. Или товарищ вот побывал недавно в монастыре одном, и вместе с иконой святого привез мне оттуда коробку свечей. Мы потом их зажигаем и молимся с женой. Как-то раз свечи закончились, а я в шутку говорю ей, надо бы кому-нибудь из друзей священников в гости сходить, свечей взять. Неожиданно жена серьезно смотрит и говорит мне, нет, муж, не надо ни у кого свечей брать, это неправильно. Нужно свечи самим в храме покупать. Я удивился, как верно она заметила, как неправильно было мое отношение к свече. Ведь свеча – это не просто какая-то там свечка, заменяющая электричество на даче. Свеча – это духовное достояние, это символ нашего общения с Церковью. Когда мы покупаем свечку в храме, мы приносим малую, добровольную, реальную жертву на Божий храм. И тем выражаем нашу готовность быть послушными Богу, как послушен воск утающий тающей зажженной свечи. Ее свет символизирует наше желание изменить свою жизнь из состояния греховного в состояние, Святости, которой все мы призваны от нашего крещения. Свеча выражает нашу любовь, нашу веру, нашу причастность к высшему миру, к миру святых и праведников, которым мы молимся. Это реально осязаемый огонь нашей веры, который, зажигая в храме, мы потом уносим свою обычную повседневную жизнь в сердце, чтобы не прятать его под столом, а светить всем в доме, светить значит поступать по заповедям, совершать добрые дела и поступки, угодные Богу. Такие дела